Добрый день, друзья! Сегодня мы начинаем строительство теплицы. Вот, теплица привезена, доставлена на место. Итак, из чего состоит теплица? Теплица состоит из вот таких готовых конструкций. Вот. Значит, ширина этих конструкций 3 метра, высота 2 метра, значит, из профиля 20 на 20, вот, и крепеж вот тут вот такой. Значит, снизу идет на него уже дуги ставятся, и плюс крепление. Такое крепление, саморезы, винты и ручки, две штуки. Вот. Здесь, значит, каркас теплицы 3 на 4. Форточки уже готовые, монтированные, покрашенные хорошей краской. Вот. Основание. Из доски. Вот доска приготовлена. Так. Доска есть. Грядки есть из чего делать. Доски необходимо обработать от гниения короедов. Я уже две доски обработал, доски сороковки шириной 3 метра приготовлены, покрашены. Ну, дальше буду продолжать работу. Итак, продолжаю монтаж теплицы. Вот я тут разложил все запчасти, распаковал. Вот нижние уголки на низ, вот я их здесь состыковал, они немного не подходили, но если есть молоток, чуть-чуть подбить вот здесь вот в этом месте, и все, и оно заходит со свистом. Вот оно, видите, разъем, вот. И заходит свободно. Вот. А эти вот, я как понял, это, короче, якоря в землю забивать. Вот. Инструкция с теплицей не идет. Как бы. Ну, это вот приспособление, куда дуги уже вставляются. Вот они, получается. Вот эти якоря, они сюда вот вставляются и забиваются в землю. Вот. Я все это собираю на доске. Вот так сложил квадрат такой. И второе основание тоже собрал также элементарно. Разрезал крепление. Сейчас буду дуги вставлять на место. Посмотреть, что это у меня получилось. Итак. Дуги установлены на место. Ну, примерно так вырисовывается картина расположения теплицы. И, в общем-то, получается, что она займет всю вот эту площадку. Как раз получается. Так, доски у нас есть. Сейчас только все соединяй и все крепи. Вот. На доски. Вот так вот.
лицо село. Опа, не идет что-то. Ну ладно, подбить можно. Ничего страшного. Ничего страшного. Доски крепим с помощью уголков. Саморезами. Так, надо будет еще саморезов. Сегодня я продолжил заниматься тепличкой. Присоединил вот эти вот продольные поперечины. Три штуки. Вот. Доски приготовил под грядки. Дальше продолжаем заниматься.